приветствуем наших дорогих зрителей на новом обзоре серебряных украшений от интернет-магазина «Серебряная птица». Мы уже готовы представить вам новинки от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Готовы наслаждаться ювелирной красотой? Тогда не переключайтесь и оставайтесь с нами. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения и с алмазной гранью. Украшение без вставок, и их отличает именно наличие вот такого декора в виде сверкающей прекрасной алмазной грани. Оцените изящество и благородство данного комплекта. Тонкие очертания, так аккуратно подчеркивающие черты лица. Побалуйте себя выгодным приобретением этих женственных украшений на нашем сайте jewmagazine.ru. Паспортный вес кольца 3,45 грамма. Паспортный вес серег 3,35 грамма. Кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения либо оксидирования на ваш выбор. Вставка на изделиях фианит. Кольцо «Два ангела». Прекрасное кольцо, которое станет мощнейшим семейным оберегом. В центре кольца красуются два ангела, которые держат в руках один мерцающий камень, символизируя объединение двух душ. Паспортный вес одного кольца 7,11 грамм. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях фианит. Очень женственный комплект украшений, по дизайну похожий словно на царственную диадему, украшенную сиреневыми и белыми фианитами. Такие украшения легко можно сочетать как с легким романтичным образом, так и с торжественным и праздничным нарядом. Высота серег 18 мм, ширина 14 мм, паспортный вес 3,13 грамм. Ширина кольца в самом широком месте 11 мм, паспортный вес 2,15 грамма. Представляем вам кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования без вставок. Аккуратный комплект украшений так называемого черненого серебра для любителей изделий такого плана. На серьгах английский замочек, который надежно закрепит аксессуар на мочке уха. На кольце, обратите внимание, с тыльной стороны идет сужение, которое обеспечит комфортное ношение украшений каждый день. Паспортный вес серег 4,4 грамма, кольца 2,6 грамма.
представляем вам серьги из серебра 925 пробы, покрытие золочения и оксидирование, вставка на изделиях, имитация жемчуга. Нежнейшая вставка из жемчуга в сочетании с роскошным филигранным узором. Оцените мастерство ювелиров красной пресни, сотворивших этот воздушный орнамент и в сочетании с грациозной жемчужиной. Мы уверены, что вы уже представили себе, с каким нарядом можно надеть эти украшения, не правда ли? Параметры изделий. Паспортный вес серег 10,18 грамма. Кольца из серебра 925 пробы, покрытие золочения или оксидирование на ваш выбор. На кольцах нет вставок. Это современное и стильное кольцо от завода «Красная Пресня». Несмотря на объемный внешний вид, с тыльной стороны кольцо довольно узкое и совершенно не препятствует сжатию ладони. Носить его будет очень комфортно. Осталось выбрать лишь покрытие и сделать заказ на сайте нашего магазина «Серебряная птица». Паспортный вес кольца 6,27 грамма. Брошь из серебра 925 пробы. Покрытие золочения и оксидирование. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг. Фантазийная и очень красивая брошь в виде чудесного цветка из волшебного сада. Выбирайте покрытие и смело украшайте ей пиджак, свитер, кардиган или теплый платок или шарф. Осенняя пора – самое время продемонстрировать свою коллекцию брошей. Паспортный вес изделия 7,18 грамма. Комплект из серебра 925 пробы, в который входит кольцо и серьги в покрытии оксидирования. На изделиях нет вставок. Элегантные филигранные узоры на украшениях делают этот комплект невероятно очаровательным. Серьги полностью повторяют дизайн кольца, образуя очень красивый ансамбль. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте изделия на сайте нашего интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес кольца 5,13 грамма, серёг 7 грамм. Представляем вашему вниманию кольца из серебра 925 пробы без вставок, покрытие оксидирования и золочения. Кольца в двух вариантах покрытия очень необычные по форме и с богатым и изысканным узором. Такой вариант изделий очень подойдет к образу как для особенного торжества и званого приема. Паспортный вес кольца 4,2 грамма.
кольцо и серьги из серебра 925 пробы, в покрытии радирования и вставкой из фианитов и искусственной шпинели. Элегантные и невероятно стильные украшения. Оцените только глубину цвета вставки, словно глубокий синий океан в сочетании с ажурным и объемным дизайном декора. Согласитесь, смотрится такой комплект просто шикарно. Паспортный вес кольца 3,23 грамма, паспортный вес серёг 5,59 грамма. Представляем вашему вниманию комплект, в который входит кольцо и серьги из серебра 925 пробы, в покрытии оксидирования и вставкой с искусственным халцедоном. Посмотрите, какие уникальные серьги, удивительный цвет вставки и интересный орнамент. Такая вставка особенно подойдет голубоглазым красавицам. Скорее переходите по ссылкам в описании к видео и пополняйте вашу коллекцию аксессуаров. Паспортный вес серёг 10,88 грамма, кольца 5,98 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и вставкой из искусственного султанита. Наконец-то произошло то, чего так ждали наши покупательницы. Ваша любимая оправа в сочетании с любимой вставкой из султанита уже доступна к заказу на нашем сайте. Восторг от великолепия и блеска вставки, от универсального дизайна и от такого сочетания, не правда ли? Скорее заказывайте, пока изделия есть в наличии, потому что такие аксессуары просто обязательны в коллекции каждой любительницы украшений. Длина верхней части кольца 18 мм, ширина 14 мм, паспортный вес 4,4 грамма, высота серёг 18 мм, ширина в самом широком месте 14 мм, паспортный вес 6,2 грамма. Комплект украшений, в который входят кольцо и серьги из серебра 925 пробы, в покрытии оксидирования без вставок. Воздушные и легкие узоры на украшениях – отличное дополнение как к повседневному образу, так и к нарядному и праздничному. Согласитесь, они достойны места в вашей коллекции украшений. Паспортный вес кольца 5,85 грамма, паспортный вес серег 7,34 грамма.
Минималистичные и современные серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения или родирования на ваш выбор. Серьги в геометрическом стиле, сочетание несочетаемого или ультрамодный тренд. На чьей стороне вы? Если вам понравились такие серьги, то срочно забирайте эту новинку в свою коллекцию. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте их на нашем сайте. Паспортный вес изделия 7,53 грамма. Представляем вашему вниманию броши из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и золочения. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг. О чем вам напоминает эта брошь? О весне и первых робких цветах? Или о капельках росы летним утром? Какие бы ассоциации ни возникали у вас с этими прелестными брошами, мы очень рекомендуем приобрести их в свою коллекцию. Ведь зимними вечерами воспоминания о теплых днях и полевых цветах всегда греют душу. Паспортный вес изделий 4,96 грамма. Мы благодарим за внимание и просмотр нашего видеообзора каждого зрителя. Мы очень рады вашей обратной связи и комментариям. Ждем вас на нашем сайте в любое время. Искренне ваша серебряная птица.